Президент Садыр Джапаров в рамках госвизита в Китай встретился с секретарем парткома провинции Шаньдунь Линь У. Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества. Линь У подчеркнул, что партнерство между Китаем и Кыргызстаном непрерывно углубляется. КНР была, является и будет надежным партнером для нашей страны. Кыргызстан и провинция Шаньдунь углубляют связи в различных областях. Так, с прошлого года Кыргызстан сотрудничает с заводом Чонгтонг Бас Холдинг Ко по проекту покупки автобусов. Это уже стало примером практического сотрудничества двух стран, отметил Линь У, выразив благодарность за доверие китайской компании. Также Линь У заверил, что они готовы совместно с кыргызской стороной активизировать межправительственные контакты, продвигать торгово-экономические проекты и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в разных областях.